А я думал, я должен был сказать, там, мне Коста Ла Коста, and these are my essentials. Это было бы тоже прикольно, не? Привет, GQ. Меня зовут Коста Ла Коста. И сегодня я вам покажу мои любимые вещи. Я люблю носить с собой огонь. Иногда мне помогает даже такая маленькая фигня, маленькая свечка. Я ее, кстати, где-то подукрал. Но не из-за того, что не хватало денег. Просто, видимо, хотелось подклиптоманить. Я беру. Одну моменты. Вот так берем. Чикс. Все, ножок. Она еще пахнет, кстати, слегка. И все, и так, короче, у меня есть хороший интервал времени, чтобы успокоиться, там ручки погреть, все дела. Ну и, собственно, все с этой темой. Конфеты для диабетиков. Я, кстати, взял вам попробовать. Это просто топ. Ну, просто, короче, полный разрыв. У меня аллергия на шоколад, а без сахара, без сладкого я, короче, жить не могу. На сладкое тоже аллергия, поэтому я вкидываю по конфетке, и это полный разрыв. Тут, типа, натуральный сок, еще плюс мультивитамин вкус, это просто бомба. Вот, было бы круто, если бы все попробовали и сказали бы мне, да, чувак, это разрыв полный. Сейчас я даже одну вкину. Опа. Все ушло. Так, идем дальше. гель для кудрявых волос. Бывает, поспал, как встал, так и пошел. Но я так люблю, причеха в разные стороны, там и так патлы на голове, как у Лайзы Минелли. А тут хотя бы достал, открыл. Чик-чик, помазал, промазал. Сейчас я даже подровняюсь слегка. Вот так я это делаю. Чик. Оп, оп, оп. Все, и погнал. Вот так топ, до этого было неприкольно. А нет влажной салфетки? Самый важный инструмент – это просто черные трусы. Просто черные трусы. Без бирок, без вот этих лейблов, ничего. Я любитель иногда остаться просто в трусах. Не буду уточнять как, да, пару раз такой момент был. Если бы я был в белых трусиках, прикиньте, какой бы был факап. Может, вино там разлил, не знаю, может, сел куда-то не туда. А черные трусы меня очень сильно спасали. Я постоянно ношу кучу пар и горжусь своими трусами. Джойстик для PlayStation. Я этот... На самом деле я игроман, я киберспортсмен, я ничего не делаю, кроме как играю в игры. Мне подогнали тоже джойстик, сказали, на, дядя, вот держи, лучше играй своим, поэтому если я куда-то врываюсь в комьюнити игроманов, все смотрят на мой джойстик и понимают, что пришел профессионал, короче. Вот, и это я. Да и выглядит он круто. Вообще любая кастомизация прикольная, меня очень сильно впечатляет. Любимые вещи... Не только кроссовки, вещи, в которые я влажу со своим креативом. Что я сюда добавил? Добавил шнурок, добавил вот этих вот приколов, все прикрутил и все. Они стали особенными для меня. Я люблю влазить в вещи, вообще люблю влазить в что угодно. Приходит безумная идея, я иду туда и делаю. Даже если это смотрится нелепо, я и сам выгляжу нелепо. Но что делать? Если не умеешь веселить народ, значит ты не прикольный. Поэтому эти кроссовки — это особенная ценность для меня. Даже если протру дырку или порвутся, я все равно их не выкину. Короче, вот такой вот прикол с ними, да. Главный прикол. С этим братаном я откатываю, катаюсь везде. Этот братан постоянно со мной. Это Вуди из истории игрушек. Сейчас буду показывать, короче, что он умеет. Давай-ка в бой вылазь. Это, кстати, крутая коробка. Здесь есть сертификат о том, что это подлинный размер и подлинная копия с мультиком. Это круто, на самом деле. Очень круто.
Вот, вот такой вот он, мой братанчик. Так. А ну, дядя, поздоровайся. Boy, am I glad to see you. Разрыв полный. И у него куча фраз. Постоянно со мной. Здесь у нас есть подпись 143. Он значимый клиент. О! Все? Разрыв полный. А ну еще скажи пару фраз. Boy, am I glad to see you. Все, попадос, ребята, конкретный. Howdy, partner. My name's Sheriff Woody. Это я в курсе. Я уже понял. Все, братан, давай обратно.